Во дворце детского и юношеского творчества прошел отчетный концерт «Салют талантам». Дети продемонстрировали свои достижения, к которым пришли за время пребывания в школьных лагерях. В программе концерта танцы, песни, а также инструментальные номера. За выступлениями юных артистов наблюдала Анастасия Кладинова. Дети провели в лагерях на базе школ городского округа Люберцы первый месяц лета. Отчетный концерт стал подведением итогов и ярким завершением творческого сезона. А выступление на сцене – это отличный повод ребятам почувствовать себя настоящими звездами. В городском округе Люберцы давно проводят на базе школ лагеря с дневным пребыванием детей. Ребята там не только отдыхают, они чем-то занимаются, рисуют, лепят, поют, танцуют. И вот в заключении смены мы решили организовать концерт талантов. Это мероприятие проходит более 10 лет, но называлось оно по-разному. Последние года называется «Салют талантов». Дети не только пели, но и показывали хореографические номера. Маргарита Хачатурова представляет со своей командой кадетскую школу. Они выступали с танцевальным номером по чир-спорту. Мы выступили на отчетном концерте. Мы показали, что мы сделали за все это время, чему мы научились, ну и вообще, в общем, чем мы занимаемся. В принципе, я могу сказать, что мы справились довольно хорошо. Это выступление стало не только показателем проделанной работы, но и замечательным событием в жизни самих юных артистов. Дети полные энтузиазма и вдохновения рассказали о своих достижениях в разных творческих областях. Я занимаюсь вокалом, я учусь в инженерно-технологическом лицее, в моей школе в инженерно-технологическом лицее. Я посещаю умные каникулы и дневной летний лагерь. Моя песня посвящена радости, получается, к добру, к радуге, конечно. В летнем лагере мы там очень много разного делаем. Разные поделки, гуляем, разные конкурсы, у нас викторина. А на умных каникулах мы решаем разные головоломки. И это занимает день, но зато ты день проводишь с пользой, а не просто сидишь в телефоне. Конкурс посвящен талантам, которые как раз-таки развиваются в лагерях обычных школ. Но я сейчас учусь в лингвистической школе, МАУ, да, хожу в лагерь Lingvaland и как раз-таки являюсь капитаном отряда, и вот там провожу большую часть своего времени, да, это дневное пребывание до 5 вечера. Ребята послушные, добрые, веселые, всегда находим чем заняться, какие-то настольные игры, во всякие приключения, кружки и так далее, это все такое незабываемый круговорот событий. Всего выступили 17 школ городского округа. Отчетные концерты, посвященные окончанию лагерных смен, в Люберцах проходят больше 10 лет. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.